Прекрасная погода. И сейчас, вот видите, март месяц, а я хожу в майке, вот рекламирую наш университет. Поэтому, конечно же, как здесь не... Как может не быть хорошее настроение? Для меня лично Тбилиси очень напоминает Рим. И вообще я считаю, что итальянцы и грузины, они очень схожи по своему эмоциональному какому-то характеру. И я себя здесь чувствую очень комфортно. Скажите что-нибудь. Раз, два, три, раз, два, три. С тех пор, как суд, наконец-таки, можно сказать, меня признал официальной дочкой Кахи Бендукидзе, для меня, в принципе, не произошло существенных изменений. Единственное кардинальное различие – это то, что теперь я переехала жить в Грузию. И для меня, как я как была дочерью своего отца, так я и остаюсь. Я горжусь тем, что я грузинка. Мне это важно. Я всегда ношу свой значок, когда я за границей, меня все спрашивают, что это за страна. То есть мне хочется представлять эту страну везде, во всем мире. После окончания университета, поскольку я его закончила в Великобритании, папа очень хотел, чтобы я осталась именно там, за границей. Но, к сожалению, там очень сложно получить какое-либо место работы. И он отказывался мне помогать, потому что он считал, что я всего должна добиться сама. Я считаю, что здесь больше чувствуешь себя свободным человеком. Поэтому для меня это, конечно, очень важно, потому что я за свободу. Мэр арм кавс кмари, маграм мэ макс бэври сакмэ, да, мэ чеми проблемы биц, мэ хопа. Мадлоба. Это кафе, где мы сейчас открыли, открыл один из совладельцев, это профессор кулинарной академии, а другой – это наша выпускница. У нас несколько выпускников, которые уже открыли разные заведения, которые пользуются большим спросом. Это место очень популярно среди иностранцев, им очень кажется, что здесь правильные бургеры. Поэтому... Сакартвелоши хвела перегемрелия, маграм мемик парсчаме, амитом мемали гавсуктеби. Несколько лет назад папа себя не очень хорошо чувствовал и сказал мне о том, что он составил завещание. Большую часть своих денег он хотел бы потратить на университет. Поэтому для меня те деньги, которые, да, те активы, которые я получу в свое управление, они будут в большей степени направлены на фонд знаний, поскольку для моего отца эти университеты были первоочередным делом его жизни. Интересуют ли меня инвестиционные проекты в Грузии? Ну, вы знаете, наверное, будет зависеть от экономической ситуации и какого-то инвестиционного климата, который сложится в Грузии. Сейчас пока трудно дать какой-то такой твердый положительный ответ, но на самом деле мне больше интересно, по крайней мере, вкладывать в образовательный сектор Грузии, поскольку это дело своего отца, и мне важно его продолжить. С одной стороны, я очень рада тому, что Грузия смогла наконец добиться безвизового режима с Евросоюзом. Я считаю, что это большой шаг вперед в развитии страны. С другой стороны, меня очень расстраивает девальвация лари, которая особенно на фоне экономического спада, потому что, да, даже если, особенно если сравнить ту экономическую ситуацию, которая была, и тот экономический рост, который был при Кахи Бендукидзе. А у моего отца есть такая цитата: если в Грузии будет рост 2%, экономический рост 2%, то к 2040 году в Грузии не будет ничего. Арапери. Для меня Абхазия – это часть Грузии, потому что так было до, и для меня это правильно. Истоки этого конфликта очень хорошо описаны в книге «Goodbye Империя. Диалоги с Кахи Бендукидзе», потому что папа очень, очень точно поставил диагноз, что очень многие проблемы в России исходят из того, что страна страдает неким имперским синдромом. Я стала правопреемником фонда знаний, да, то есть я и папина бывшая жена Наталья, мы в равных долях являемся
ну, сейчас соучредителями фонда знаний. Это некоммерческое учреждение, которое не направлено на прибыль. Уже прошло 1.5 года с момента смерти моего отца, а университеты показывают стабильно хорошие результаты. Даже аграрный университет на одну ступень поднялся в рейтинге в прошлом году. То есть в этом плане, конечно же, у меня хороший тыл в университетах. Кажется, что главная проблема России сейчас заключается в том, что из-за такой нестабильной ситуации, которая сложилась в стране, происходит самая большая утечка экономическая, это утечка мозгов, потому что все умные люди, все люди, которые умеют зарабатывать деньги, там тот же Чичваркин, тот же Зельман, они все уезжают из России, потому что инвестиционный климат не располагает к тому, чтобы развивать дальше как-то ситуацию, да, не вкладывать деньги. Поэтому, конечно же, это очень... Та ситуация, которая сейчас сложилась, не внушает какого-то доверия в прекрасное будущее. Поэтому я никогда не думала, что меня будут сравнивать с толстым, лысым и с усами, но правда похоже. Но мне кажется, что мы похожи не только внешне, но и внутренне. Мы оба целеустремленные, прямолинейные и готовы рьяно отстаивать свою точку зрения. И мне кажется, что это именно те качества, которые помогли мне добиться цели и доказать всем, что я действительно являюсь дочерью своего отца. И что Настя Бендукидзе имеет место быть. Для меня получение грузинского гражданства было довольно-таки важным шагом, мне кажется, для воссоединения с моим отцом, потому что, мне кажется, он был таким ярым националом, то есть он был всегда очень ратовал за Грузию, очень хотел, чтобы, да, то есть у него была возможность жить где угодно и заниматься чем угодно, да, но он все равно вернулся в Грузию и сделал все возможное для того, чтобы эта страна процветала. И для меня Грузия — это то место, где я чувствую единение с ним, потому что он очень любил эту страну, он очень хотел, чтобы я выучила грузинский язык, поэтому сейчас я этим и занимаюсь. И я проникаюсь культурой, я проникаюсь людьми, я проникаюсь какими-то запахами Грузии, и я горжусь тем, что я грузинка.